Привет, подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис, в этом выпуске мы поговорим о трех вещах. Первое это о грядущей акции, второе 87-й, по-моему, этаж харда, и третье свитки и прочее, что связано с вот этими вот двумя... Точнее, их не два, их пять штук, точнее 6. Ну, вот, э, ангелмончиками, то есть мы их тоже разыграем. Поехали по порядку. Итак, нотис, новости, пока еще эта акция не вышла, но, ну, наверное, когда вы смотрите это видео, акция уже давно вышла. Какие ванговал, собственно, то есть 24 либо 31 числа будет Мон. Ну, видите, ванга в действии. В общем, что будет на этих выходных? Будут ангелмоны разноцветные, будет один радужный ангелмон и, естественно, Девалмон. Ну, кто не может не радовать, конечно же, скилл, какой-то первородки, либо там, не знаю, четверки очень хороший. Зал э, Ангелмона. Да-да-да, будут открыты в течение трех дней в рамках акции. Ознакомьтесь с расписанием. Поехали. Перед акцией с 22 числа по 24, то есть, эти выходные э, -э, пятница, суббота, воскресенье. Зал Ангелмона с 22 по 24, то есть он будет 3 дня. Соберите Ангелмона в зале Ангел Монов, чтобы усилить своих монстров. Смотрите, здесь идет расписание. Давайте я не буду вчитываться в расписание, вообще э, скажу лишь свое мнение. Опять же, вы можете прислушаться, можете нет, я высказываю свое личное мнение. Это единственная на данный момент акция от Комтуасов, которая, простите меня, невыгодная и высасывает с вас ваши кристаллы, как и, наверное, возможно, реальные деньги. Собственно, абсолютно она невыгодная, эта акция, то есть вы можете взять Взять калькулятор, просчитать, сколько времени вы пофармите и раскачаете персонажей на вулкане либо на какой-то другой локации, которая вам нравится, и сколько вы на это потратите кристаллов, и сколько вы потратите кристаллов на вот этих вот ангелмонов. Скажу так, эта акция нужна только тем, кто ее ни разу не видел, то есть кто ни разу не фармил водяного ангелмона, огненного и ветреного. Вам по одному разу нужно будет зафармить каждого. Когда открывается, допустим, на один час водяной данж, там три этажа. То есть они, ну, сильнее. Ну, как они все слабенькие, конечно. Там любой новичок и третий, я думаю, затащит. Но чем, э, чем выше этаж, то есть третий этаж, тем лучше, якобы, награда. Но даже за третий этаж далеко не всегда дают ангел А дают всякие газеты бесполезные, ману, в общем. Это не самый полезный ивент от комтуасов, который просто призван украсть ваши кристаллы. Вот и все. Уверяю вас. То есть, любой вам человек, который играет пару лет, скажет то же самое: что это невыгодная акция. Она выгодная только тем, кто ее ни разу не фармил. В чем прикол? Допустим, открылась э, вот этот вот зал в водяной, да, Ангелмона. Вы прошли первый этаж, получили 5 кристаллов. Второй, 5 кристаллов. Третий этаж, 5 кристаллов. То есть уже 15 кристаллов у вас в кармане. То есть, когда он через время, допустим, завтра откроется еще раз водяной, вам уже не дадут кристаллы. То есть, за первое, скажем так, прохождение. Естественно, мне уже кристаллы не дают очень долгое время, так как я эти... Этот ивент прошел еще больше двух лет назад. То же самое за огонь и за ветер. То есть для новичка это дополнительные 45 кристаллов. Согласитесь, вот это выгодно. Все, более я бы не фармил. На, думаю, на этом тему не нужно акцентировать. Дальше, в субботу открывается зал Радужного Ангелмона. Вы можете получить Ангелмона с 4 максимальным уровнем в зале Радужного Ангелмона. То есть это дополнительный корм. Вы его переведете на 5 звезд и скормите, допустим, там, не знаю, Веромосу, Баретти, Часунки, кого вы там думаете на 6 звезд переводить, вы скормите дальше, чтобы апнуть кого-то на 6 звезд. Да, то есть одного. Естественно, вы больше чем одного не нафармите. То есть он как Дьяволмон, он тоже одна штука. Вот, поехали дальше. Зал, зал Дьяволмона. Здесь то же самое. одного Дьяволмона вы получите за это. Но Дьяволмона, насколько помню, всегда, когда вы проходите первый раз, второй, пятый, десятый, вам всегда еще дадут 5 кристаллов. И, по-моему, за зал Радужного Ангелмона. То есть суммарно новичок может урвать с этой акции еще 55 кристаллов. По-моему, могу ошибаться. За вот это точно 45. А за вот эти это же не помню. По-моему, за зал Дьялмона он как будто проходится всегда впервые. То есть вам дадут еще 5 кристаллов. но ну, не в 5 кристаллах счастья, а естественно в самом Дьявол который улетит вам на скиллы тем персонажам, которые вы захотите проточить. Переходим дальше. 87 -й этаж Харда. Э, в прошлом месяце самый популярный вопрос на стриме, наверное, был 88 этаж Харда. Там была одна Акрома и две Хлои, по-моему. А в этот раз на 87-м две уже Акромы и Зайрос. Но ну, я считаю, вот этот этаж будет более опасный, потому что здесь все три моба, все три могут навалять. И тем более, если Зайрос ходит, ну, это будет печально. Я не буду подбирать какую-то бюджетную пачку. Я лишь, лишь расскажу... Э как проходить этот этаж, то есть механику всего этого дела. И если у вас есть эти монстры, вы можете без проблем управиться. Самый дешевый и правильный вариант, ну не то чтобы правильный, самый дешевый вариант, если у вас есть Веромос. А Веромос у вас до 87 харда, если вы проходите, уверяю, должен быть. То есть он у вас должен быть одет, я вам сейчас покажу приблизительно статы. Не смотрите на моего, конечно, по статам. Я просто скажу, какие статы должны быть у него. У него должно быть в плюсе где-то 1017 хп, и где-то 700 брони. Тогда Веромос без проблем вытанкует. Если у вас будет какой-то хороший хил. Либо то, что я расскажу чуть позже. Вот, в общем, вы переодеваете с руны скорость. Да, вы одеваете, допустим, защита, хп, хп. Не смотрите на моего Веромоса. То есть, он уже не используется у меня как год, наверное. Поэтому я его одел чисто для мирового босса. Все. То есть, Веромос будет танковать Акром. Еще какой вариант. Вам можно э, поставить, допустим, как у меня Диаса. Да? Вот, вам можно поставить Диаса где он там. Вот, этого Диаса более чем достаточно будет. Тот, он танкует двух Акром просто на изи. То есть, этого более чем достаточно, я же говорю. То есть, можно хп даже чуть бы не на 10 тысяч меньше, и он все равно без проблем управится. Но при этом брони желательно не меньше, хотя бы тысячу. Вот, его пассивка защищает его, то есть, хоть и здесь не написано, но она дает 50 антикрита. То есть, окромы по Диасу почти никогда не критуют. Ну, то есть, шанс там минимальный, то что они кританут. Вот, то есть вам нужен какой-то темный танк. А еще лучший вариант, это если у вас есть базальт, то есть корова тьмы. Вы берете и Диаса. Допустим, вот это пускай будет, не знаю, базальт. Очень похоже, я знаю. В общем, в чем прикол? То есть, если Акромы будут бить вашего базальта, Диас поможет ему пассивкой пережить этот урон. Но базальта тоже нужно одеть, допустим, там защита, хп, хп, что-то такое. То есть через два танка вы точно пройдете. Базальт будет чем полезен? Он еще и даст вам баф защиты, еще и может подхилить и загреть допустим, вот этого вот пернатого. И в два танка вы точно пройдете. Дальше, неважно, к одному либо двум танкам вам нужен будет какой-то хил. Если у вас нет часунки, да? хорошо ну, одетый, проточенный, там желательно в виоленте. Ну, к этому этажу, я думаю, у вас уже все в виоленте. То есть в идеале зайдет часунка. То есть она здесь выхилит все и вся. Нет, часунки хорошо одетой, возьмите хорошо одетую белку. То есть, к примеру, вы взяли белодеона, да? Дальше. То есть мы управились, да, вот эти три монстра, они как бы танкуют вот, вот этих двух подруг, точнее два танкуют, один хилит. Ну, либо один у вас будет танковать, тут в зависимости того, насколько сильный ваш аккаунт. Дальше, теперь нам нужно как-то пройти волны, согласны? Для этого мы берем, допустим, барету, стандарт. Его можно поставить лидером, либо поставить лидером хпшную лидерку, если у вас она здесь будет, чисто, чтобы танковать окром. Но я бы выбрал, наверное, все равно скорость. Вот, тем более, если у вас два темных танка будет, я считаю, что один хилл э, выхилеет. И сюда вы еще можете добавить кого? Допустим, это пингвин ветра. Он будет откатывать, тем более, если у вас будет не часунка, вам от белки нужен будет хил, ну... Чаще, чем, допустим, нужен был бы вот Часунки, так как она может сбалансить. И у нее 2 хила. Плюс она дает баф на атаку полезный. Почему бы и нет, то есть она будет намного круче. То есть вам нужен будет, скорее всего, Пингвин. Ну, Пингвин может еще и загреть босса. Плюс подхилиться. Ну, боссом здесь выступает, получается, Зайрос. Хотя написано почему-то лидерка вот Акромы. Он в центре стоит. Ладно, не столь важно. В общем, на этом нет смысла акцентировать внимание. То есть вам нужен Пингвин. Белка, допустим, либо часун, баретта, один танк, либо два танка. Если у вас справится, вы уверены, один танк, вы сюда можете добавить, ну кого вы сюда можете добавить. Допустим, у вас есть какой-то досист да, воды. Да, как пример, а, ну здесь массового замедления не будет, поэтому он, скорее всего, особо хорошо не зайдет. Возьмите просто дополнительно какой-то контроль для прохождения волн. Допустим, Вердехайль здесь не особо будет полезен, кроме 15 антикрита на пассивке, поэтому Вердехайль часто критовать не будет, я бы его не брал на этот этаж. Вот абсолютно он бесполезен. Вы можете взять либо второй Хил, либо <клёх> его сюда можно взять, да даже Спектру. Даже Спектра вам очень сильно поможет. Она будет сливать атак бар, она будет неплохо пробивать Акром, кстати. Вам же их надо будет чем-то убивать. Ну, саппорты тоже управятся долго. Этот этаж очень долго проходится, если вы его там не люшейните, либо там кали не пробиваете, либо какими-то персонажи, которые бьют сквозь броню. То есть этаж будет проходиться очень долго у вас из-за того, что Акром, ну. Во-первых, тяжело критануть. У них пассивка антикрита, так еще на них никакие дебафы нельзя накинуть в этой игре. Собственно, будь, будет этаж проблемно проходиться. Но долго, но уверенно вы этот этаж пройдете, если вы понимаете смысл и механику э, этих персонажей. То есть они будут бить вашего темного персонажа. Он желательно должен быть танком. Его же должны отхиливать. Все. У вас первая проблема это Зайроса контролить и убить его первым. Там дотов на него закидать, там контролить, откатывать скиллы, держать на себе агром. Убили Зайроса, все, занимайтесь одной из двух акром. Вот, а потом последнюю Акрому чуть бы уже не на авто поставите. То есть, это небольшая проблема. То есть, это татаж, когда вы понимаете, что на нем нужно делать. Надеюсь, кому-то помог. Если у вас есть какие-то альтернативы, как проходили вы, опишите в комментариях. Может, ваш комментарий кому-то и поможет. Вот так что читайте тоже комментарии. Может, я рассмотрел эти варианты, а кто-то вам подскажет другой вариант, и он зайдет еще и лучше. Кто-то скажет, сюда можно взять еще и, допустим, Жултана. Но Жултан не самый танковый персонаж, да. Он в ответ возвращает дамагу по акрому. Вам, что есть круто. Но желтан у вас должен быть заряжен достаточно таки хорошо, чтобы он выдержал двух акром Так что насчет желтана не буду советовать, потому что я с ним не тестил. Мне кажется, даже мой желтан отъедет... Ну, быстро. Где-то хила может не хватить, где-то я могу затупить человеческий фактор и все. Как вариант, вы можете взять вот такую пачку и добавить сюда хамона. Вот тогда 100% вы пройдете. Вот вот такой пачкой, если вам интересно, приходите сегодня на стрим, вот напомните про эту пачку, я попытаюсь вот этой пачкой пройти. Только вместо белки я возьму часун, а оставлю Бернарда вместо, собственно, вы знаете кого. То есть вот этой вот пачкой я попробую пройти, только вот здесь будет у меня часунка. Ну и третье, о чем я хотел поговорить, это о новом году. В новом году, да, будем свитки уже записывать, сколько там первочей я призвал с этих свитков. И 29-30 числа, при условии того, что мы апнем 27 уровень, можете меня поздравить, мы буквально вчера с помощью всех зрителей взяли 26 уровень. То есть до 27 уровня осталось 150 очей. То есть мы буквально за день взяли почти 200 очей. И до нового уровня осталось 150. То есть до 29 числа, если мы делаем 27 уровень, обещаю каждые полчаса розыгрыши. Розыгрыши на ангелмонов. Вот, поучаствовать сможет. Каждый при желании, при возможности, каждые полчаса мы будем разыгрывать ангел монов, подарки, призы, паки в игре. Будем разыгрывать подписки на мой канал, консультации, чистки, рун. Если вам это все нужно, будете выбирать то, что хотите. То есть каждые полчаса гарантирую призы. А также 30 числа, естественно, мы будем открывать свитки. Я так понимаю, свитков уже собралось больше 2000. Да, то есть мне еще не все отписали, а точнее, еще не все пишут, потому что с 25 числа надо писать. Но я так вангую, будет больше 2000 свитков. Блин, это конечно жесть. У нас рекорд 4200 свитков, а тут 2000 свитков, я как вспоминаю. Но стримы, скорее всего, начнем чуть раньше. Так вот, то, что у меня в данный момент есть, ну еще, я думаю, что-то подкопится. Вот 4 леги. Дальше получается 10 света тьмы свитков, но ну, дадут 11 по квесту вот этому, да, который сейчас идет по акции. И еще один за 24 день, то есть это около 12 будет что-то такое. Так, дальше вот этих будет по 15, по 16. Как-то так, то есть около 45 свитков будет суммарно из вот этого вот добра. Здесь будет под 100, я так понимаю, 70. То есть у меня уже где-то 250 свитков, будет, наверное, 300. Может быть, да, про тракториста. И камни, естественно, будет где-то 1900 где-то 1900, но камни, естественно, вот, подходящая неделя, как раз для меня два идеальных первача. И некоторые четверки, которые тоже хорошо зайдут на скиллы. То есть, да, под скиллы всякие там, ну, про это я уже говорил. Так что, если вы копите свитки, к примеру, у вас собралось 50 мистиков, пару вот этих светлых, светло-темных свитков, там вот этих разноцветных, одна-две легендарки, у вас собирается 75 призывов, пишите мне на email, email будет в описании, либо придите на стрим, напишите восклицательный знак email, просто скопируйте его, вот, либо пишите мне в ВК с 25 декабря, с 25 по 29 я буду записывать ваши данные, логин, пароль, сервер, захожу только через Hive, вот, Hive ID. И пароль от него. То есть я не захожу ни через какие фейсбуки, там контакты, Google и прочее, потому что у меня стоят привязки, чтобы зайти на ваш аккаунт мне нужно будет полчаса тратить, полчаса мы тратить не будем, поэтому убери, как убрать галочку, смотрите, как поставить себе привязку через Хайв, убираете просто вот эти галочки, все, вам предлагают создать аккаунт Хайва и вы свой аккаунт переносите на Хайв, все, здесь никакой проблемы, это минута времени, и, скорее всего Хайв аккаунт у вас создан, но вы просто про него забыли. Потом просто все вышлите пароль на email и все и проблемы не будет. проблем не будет. Так что да, 29-30 числа надеюсь будет грандиозные стримы. 30 в любом случае мы будем открывать свитки, э, невзирая на то, возьмем мы уровень 27 твича или не возьмем мы все равно будем открывать свитки. Разница будет лишь в том, будут ли подарки от меня вам за то, что вы мне помогли взять 27 левел. Так что всем удачи с наступающими вас праздниками. Пишите мне э, в личку в ВК либо на email ваши. Данные, комментируйте это видео приходите на мои стримы там я отвечаю всем на ваши вопросы стримы у меня в основном идут для новичков так что если вам интересно как альтернативу какую-то подобрать на 10 гиганта на дракона вы не понимаете какую пачку на некроманта собрать приходите задавайте вопросы постараюсь ответить так что всем добра всем удачи каждый день 1900 до встречи на стриме пока пока